До Нового года остается пару часов. Ровно в полночь мы войдем в новый 2002 год. А вот срубленные живые ели на елочных базарах превратятся в тыкву и останутся лежать на снежном покрывале новогодней столицы. В Нижнем Новгороде практикуется гуманное использование вечно зеленого символа Нового года. Так, к примеру, оставшиеся елки отдают в зоопарки, храмы или раздают всем желающим. А вот какой елке отдают предпочтение нижегородцы, живой или искусственной, мы выяснили на одном из таких елочных базаров. Живые жалко, пускай растут. Они же красивые и добрые. Пускай растут. А искусственные они украшают и долго, надолго хватает. А какая у вас елка, искусственная или искусственная. Живая? Искусственная. А да. Почему не живая? Ну, уже завелось так, у нас искусственную ставим. Берегем лес. Хотим живую. А почему не искусственную? Она не пахнет. Не пахнет Новым годом. Мандарины, мы же привыкли. Мандарины, запах мандаринов, елки, оливье.